Актриса вынуждена обеспечивать семью ради достойной жизни, считают фанаты Анны. В своем инстаграм экс-звезда сериала «Универ новая общага» призналась, что ей необходимо работать сразу после рождения второго ребенка. Актриса сообщает, что порой приходится выбирать между работой и семьей. Она оставила друзей и тусовки, так как уставшая после работы вечера проводит дома, воспитывая детей. После первой беременности Анна вышла на работу спустя всего 2 месяца после рождения первенца, то есть декрета у нее и не было. Сейчас актриса пытается совмещать работу и семью, и как она заявляет общественности, у нее все удается, но истинные причины остаются только в доме Хилькевич. Наверное, ей проще выйти на работу, чем сидеть с ребенком и требовательным мужем, потому что не каждая психика выдержит такой режим. Но помимо этого, зарабатывая, чтобы прокормить 2 маленьких детей и мужа, который предпочитает ничего о себе не рассказывать.